Представьте себе книгу, которую можно не только читать. Книгу, где все герои, телефонные номера, сайты, события и организации – все это существует на самом деле. Читайте текст, изучайте вложенные предметы и влияйте на развитие событий. А главное, на страницах книги спрятаны подсказки, позволяющие найти древнюю статуэтку из 100 граммов чистого золота. И достанется она только тому, кто первым разгадает все зашифрованные послания. Аркаим. Дневник пропавшего археолога. Первая интерактивная книга.